Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы начинаем новый цикл серии в игре под названием Werther and the Whole Soviet Republic. И сезон начинается ранний старт в 1917 году. За кадром я построил, начал планировку, так как вот, как мы видим, у нас настройки игры самые такие почти близкие к реалистичным, только единственное, что я не подключал землетрясение. Так, и вот, что мы имеем, исходные данные. Здесь есть небольшая деревушка, вот, собственно, запланирована. И гравийное производство, так как дороги у нас изначально грунтовые, как мы понимаем, по грунтовым дорогам скорость автомобилей очень низкая, 35 км в час, а по гравийной дороге 60 км в час. Но у нас техники такой нету, но все равно мы будем соединиться к тому и начинать дорогам. Так, вот как видите, я уже здесь поставил большую контору. Так, давайте сюда. Да, давайте закрутим технику. Так. Цистерна для наливных грузов. Так. И нам надо... Так, давайте выделим какую-нибудь... Так, топливо 1,6, топливо, так, и скорость, а у этой 3 тонны топлива, ну и скорость низкая, так, у этой 43, так, давайте, так как у нас скорость 30 км в час, вот это рухабаут пойдет. Давайте вот этот. Два штуки пока крутим, а там будем смотреть, справляются они или нет. Давайте запустим время. Более так шустро они отдвигаются. Так, сейчас они приедут, и мы им дадим задание. Так. Сейчас, в принципе, поставим на паузу, как только один заедет. Так, давайте отправляем, даем хорошее задание. Вперёд. Едешь сюда, здесь загружаешься топливом и выгружаешь вот сюда и сюда. Всё, отжимаем паузу. Так, пускай едут, ну что, они просто не доедут. Так. А едешь, нет? Или у тебя топлива нет? А вот он поехал. Отлично. Ладно. Так. Сюда давайте закрутим. У нас первая задача стоит дороги. Так. Давайте сюда покупаем. За доллары типа нет соединения. Хотя типа есть. Хотя почему нету, типа, соединения с таможней, вроде как есть. Да, вот дорога. Видимо, просто он не может доехать далеко. Так,
Ладно. Ну, у нас пока наша отечественная техника. Так, давайте покупаем, значит. Сюда надо купить. Так. Значит, нам надо что? Автобус не надо? Так, давайте смотреть. Нам нужен бортовой грузовик. Так. Кстати, бортовой грузовик надо будет купить. Так, сейчас посмотрим. Здесь нужен самохвал по-любому. Так. Самохвал. Так, смотрим, какой из них получим. 43 километра час, 35. Это же огнесчетение, 3 тонны. Вот, давайте. Ну, вот эти, конечно, медленнее ездят, но они больше будут. Так, давайте. 3, 4, 5, так. Теперь давайте на границы купим. Так, на границу нам надо закупить. Так. Так, нам надо что купить? Крытый бульдозер. Так. Ну, бульдозер, он же как бульдозер, и он же... Так, давайте таких 2, 3, 4. 4 штуки купим. Так, пока. Пока 4 штуки. Так, посмотрим, что их может привозить. Так, кто их переводит? Так, их может перевести Рухабаут, такой Рухабаут, бортовой грузовик. Ну вот, можно вот это воспользоваться, можно вот этим. Так, этот, вот этим вот можно воспользоваться. Так, так. Ну давайте вот этот пускай. Так, Рухабаут. Давайте Рухабаут М2435. Так. Давайте ему дадим задание. Так, Рухабаут. Заходим в гараж. Здесь покупаем. Открываем бортовой грузовик, так, Рухабаут, вот этот, купим. Сейчас он подъедет. Так, что нам еще надо будет? Здесь у нас есть грузовики, так, бульдозеры есть, так, бульдозеры есть. Так, все пока. А, ну и один надо бортовой грузовик купить. Давайте вот Рухабаут вот этот купим. И парочку вот таких вот, которые... Вот, о чем они отличаются? Вот таких еще несколько штук. 4. Так, все, купили, так. Теперь ждем. Так. И давайте. Так, назначим пока, наверное, вот этот участок дороги. Чтобы они начинали его отстраивать. Так.
Людей пока не надо. Так, техникой. Я хочу эти техникой возить. Так. Так. Затем будем отстраивать вот эту свою инфраструктуру, которая там детки, ходы, магазины. Главное, что вначале был магазин. Ну и надо будет, что... Так, пока вот это отстраивается, нам нужно строить большой веб. Так. Так. Ну да. Да, начальный этап это всегда так долго, очень долгий. Так. А вот это вот не починили, надо. Надо потом все-таки мод переустановить. Чтобы они так не стояли. Ладно, в следующем раз это переустановлю мод. Либо можно. Так, наверное, сейчас давайте. Я, наверное, сейчас выйду, переустановлю мод, потом вернусь. Так, сейчас до сохранки дойдет. Так. Так, ждем сохранения. Ну вот они сейчас будут ездить и возить гравий там. Так. Да, это вообще ни о чем. Ну. Так. Так, что ты там Так, друзья, вернулся я назад, починил таможню, а то получается, столько времени тратится зря, пока не доедут. Так. Так, что еще? Вот у нас ты приехал, так, твоя задача теперь поехать на таможню. Здесь ставим грузиться техникой, но не ставим ждать. Загрузку. Так. Так. И едешь вот сюда. Здесь техника. А то привезет непонятно что. Давай, отправляйся. Сейчас наши товарищи пока навезут нам гравия, а этот товарищ подведет нам. Дальше, так сказать, бульдозеры. Так. Ну там такие подинитивные бульдозеры в 1917 году. Так. Но такие есть. Так. Параллельно я думаю, что мы будем делать. Так. Давайте, наверное, закутим сюда товарищей, грузовики, которые будут нам развозить.
Так. Ростовой грузовик. Пускай пока склад заполняют. Так, бортовой грузовик, 10 метров иду, сколько? Так, вот, давайте вот этот купим. 3 штуки. И ваша задача теперь будет такая. Сюда. Так, вы едете сюда. На таможню. Здесь загружаетесь. А, ну ладно, не, пока ничего не делаете, нет. Так, ничего пока не делаете. Вы сначала приедете. Потом я вам дам задание. Так. Все, давайте посмотрим. Подвезли наших товарищей. Вот он везет. Отлично. Сейчас... Наш бортовой грузовик должен будет подхватить. Так, сколько я их купил? Кажется, я их купил. Сколько? 4 штуки. Да. Ну ничего, 4 раза он сейчас гоняет. Так. А мы тем временем, что? Их вот закутят. Итак. Давайте смотреть. Первый будет у нас отвечать за... Значит, сюда поставим бортовой грузовик. Так. Вот это все подключаем. Так. Он ресурсы не тратил зря. Так. Так. И тогда, пожалуй, мы купим, значит, вам тоже надо будет что показать. У вас чисто будет только, вы будете заниматься только асфальт, гравий, берете на таможне асфальт, все. Так, ну их надо будет сталь, сталь будете брать, здесь кирпичи. Нет, здесь, то это их надо будет. Панели, доски, так, них детали. И, так, это здесь, так. Теперь, детон тоже брать на том возле. Так, людей пока тоже надо. Так, все. Теперь котируем нашим всем остальным конторам. Так. И теперь... Так, вот в это здание у нас, значит, мы закупаем один крытый грузовик. Вернее, открытый. Так, открытый, давайте. Бортовой грузовик, вернее, давайте тоже рухобаут один. Ага. И три вот этих, три экскаватора. Так, и сюда тоже. Купим один крытый грузовик. Вернее, бортовой. Потом мы, если что, перегоним в гараж, так. Бортовой грузовик, так.
Так. Так, сейчас наших товарищей привезут. Так, вот, они уже начали делать нам дорогу. Это хорошо. Так. Ну, они еще будут делать еще 292 трудодня. Так. Можем параллельно отдать. Так. Какой участочек? Нет, мы не можем пока ничего отдать, потому что у нас только вот эта дорога. Так. Ну, можно временно соединить. Давайте, наверное, так и сделаем. Попробуем временно соединить вот эту дорогу. Вот с этим, да, отлично. И отдадим также вот это вот строительство вот этой дороги, потому что они будут строить очень долго. Так, давайте также гравийную дорогу. Так. И также отдаем строительство такой вот этой вот дороги конторе. Потому что у нас техника есть, она должна работать. Так. Так, что еще? Эти сюда приехали. Так, давайте ваша теперь задача ездить загружаться на базу, на таможню здесь. Здесь грузится железом, сталью, досками, панелями, кирпидонами. Так. И здесь выгружаете, и выгружаете здесь и здесь. Так, а здесь выгрузка. Здесь выгрузка. Так. Выгружаете там все, что можно. Ну, то есть, вы загрузили там, другого ничего нельзя загружать в этом складе здесь. Так. Где что? Так. Здесь, как мы видим, уже как вы видите, рабочие трудодни не тратятся пока. Я буду делать таким образом, чтобы те конторы, которые могут людей запускать в последнюю очередь, потому что вначале надо все подвести. Так. Вот здесь у нас, значит, будут стоять. Сюда, значит, закупаем бетонные мешалки. Бетонные мешалки. Давайте тоже какие-нибудь поэффективнее. Потому что возить надо какую-то за границу. Так. 3 тонны. Так, на скорость. Проигрываем скорости. Так, ну вот, нет, но... Так, вот я думаю, здесь по цене давайте все-таки вот эти вот, наверное, купим.
полторы тонны пускай возят. Но зато они будут быстрее возить. Так. 1 тонна мешалки. Так. Здесь у нас. Давайте купим. Бортовые. Здесь давайте купим. Один крытый. Крытый грузовик. Так. Один крытый. Так. 1,3. Так. 0,38. 0,75. Так. Вот, ну давайте. Давайте вот этот. Купим один крытый. И бортовые грузовики. Давайте. 3. Вот так. Так. Сюда что надо? Сюда надо, наверное. Сюда не знаю, но одна контора у нас остается, не, не, не удел. Так. А сюда давайте купим тогда автобусы. Так. Давайте пару автобусов пока купим. Так, ну вот давайте парочку пока таких купим. Сколько может? 15 пассажиров. Думаю, нам пока хватит. Так, и теперь давайте назначать группой. Так, вот здесь у нас, так, они сейчас подъедут. Так, вот эти автобусы в последнюю очередь. Это отдельная группа. Так, вот эта группа. Так, давайте назначение контор. Значит, так, выбор строительной конторы, значит, вторая, мы объединяем вот с этим, так, так, здесь что у нас, здесь у нас кто, это у нас это, а, так, сюда, значит, теперь, вот это вот отдельная контора. Так, группа. Здесь что у нас? И... А, и вот это вот отдельная группа. Да, почему? Потому что здесь люди. А. И вот это, а это что-то там грузовики бортовые. Так, и еще одна контора, значит, получается вот это вот. Здесь автобусы. Так, все, вроде с конторой не разобрались. Так. Так, на контору мы пока не назначали. Так, значит. Что, здесь троица уже тоже. Так, отлично. Где мы еще можем начать? Ну, в принципе, теоретически мы могли бы начать. И вот здесь уже строить тоже. Да, нам надо вот начинать строить вот к этому сторону вот этой дороги. Остановки. Значит, здесь у нас заезд, а тут выезд. Так, давайте, значит. Этот участок тоже отдаем под строительство. Так.
Так, отлично. Теперь смотрим. Вот здесь у нас кнопка вырывалась. Но это ничего, ничего. А ты вот куда пойдешь? Что? А куда ты поехал-то? И ты куда поехал? Так. А у вас что-то есть? Тройка какая-то? Ну, наверное, поехал на улицу. Ладно, какие материалы везут. Главное, чтобы не на таможню. Так. И давайте, наверное, поотменяем тему эти. Задачи пока. Ах, такое их подберем. Сами будем назначать. А то они сейчас будут ресурсы разбазаривать. Так. Здесь автопоиска нету. Здесь отключаем. Тоже автопоиск отключаем, вернее. Так. Потому что не нужен мне пока автопоиск. Это будет еще людей возить. Что такое? Так, отключаем. Камеру назначать. Так. И одна контора вообще как бы не удел. Так, ну и тоже кто ее отключил. На начальном этапе важно понимать, куда и на что вы тратите свои ресурсы. Иначе можно просто разбазарить все. Так, ничего не получается, нет тех материалов, не они стоят. Ладно, пускай они груженные стоят. Так, потом, так, и обязательно ставим галочку «Уведомлять об окончании строительства». Ну, потому что... Так. Теперь, так, что тут у нас, так, сколько еще тут осталось, так вот он сейчас перелез, а мы его отправляем в гараж, так, где-то тут сейчас он должен подвезти. Что-то поехал куда? А. Так, а технику, которая везет, где он? Так, а вот ты кто у нас? А ты кирпичи. Так. А которая техника где? Опять потащился на таможне, что ли? Так, вот ты кто у нас? Нет, ты гради возишь. Так. А ты кто? Так, есть тут один, который вот здесь, где он стоит. Так, надо его поймать. Который...
И он их кто? Вот и да, мы сейчас отгоняем домой. Пока ты нам ничего не возишь. Сейчас мы купим технику вот для этих вот контор. Будешь возить сюда и потом сюда. Так. Давайте купим еще три. Три этого экскаватора. Бульдозеры, это не важно, они... Так. Так, ты их произнесешь, так. И вот идем еще, дадим задание. Ты, товарищ, едешь. Вот сюда. Здесь грузишься техникой. И везешь ее... Вот в эту строительную контору. Так. Все. Отправляйся. Там тебя ждет три новых бульдозера. Так. Что у нас тут? 194 труда дня. А здесь? О, здесь уже почти построили. Так. Чёрт сюда. Вот этот чёрточек будут делать. Так. И нам надо будет закончить вот этот участок еще делать. Так, ну вопрос-то, когда вы будете выезжать. Ну, если вот этот все доделают, да, потом только можно будет делать вот этот участок с остановкой. А пока... Так. Так, 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 что тут у нас? Как это выглядит? Вот так это выглядит, типа, рабочая, такая вот лопата. Ну да. Ну это так все. Примитивно, но... Хотя вот так. Так. А у нас тем временем что? Осталось еще. Вот на этом участке осталось еще 8 трудодней. Отлично. Так. Так, и давайте смотреть, где у нас. Портовые грузовики надо, наверное, отдавать уже от строительства. ЛЭП. Да. Действительно, надо отдать ЛЭП от строительства, чтобы... Так, и давайте отдавать. Значит, какие конторы могут... Так, давайте выбор назначения контор. Такие. Так, вот это. Вот это. Это и вот это.
Да, вот эта контора начинает. Так. Так, вот, а у нас уже первый участок дороги построили. Отлично. Так. Сейчас. Так, ну вот здесь у нас... Вот этой вот конторе мы отдаем строительство. А первая нет, первая занимается... А, нет, мы отдаем и это. Это отдаем, да. Так. Так. Вот этой назначаем, да. Можем назначить вот этой пока. Нет, пусть строят. Я вот это тоже относится к этому. Так, все. Так, теперь назначение конторы. Вот этой конторе назначаем. И какое еще? Железо, где у нас? Вот эти могут тоже. Так. Значит, все назначаем. Так. Лэп. Значит, вот этой конторе. Так. Продолжить строительство, значит. Так. Вот этой конторе отдаем. Так. Какое еще можно отдать? Это у нас первая контора, наверное. Так. Нет. Да, вот этой вот можно отдать. Пусть строят. Приоритет выходит. Дарим. Ну и какая? И, наверное, вот пятой конторе. И пятая контора, потом пятая, когда все, пускай работают. Так. Потому что строить-то по-любому надо. Так, это только что дорогу надо проложить к этой. К толпам, не знаю, есть дорога или нет. Но надо, наверное, вот эту сначала построить. Так. Так. Пятая. И какая? Да, пока ее не построят, так, мы ее не сможем толгу начинать строить. Так. Что, поедут? Нет. Пока никто не едет. Так. Ну что, давайте тогда... Таким способом на сдачу. Так, что, вы едете? Нет. Нет рабочих. Так. Гравий, бетон. Ну так подъездите бетон. Так, бетон у нас где? Вот это бетон. Бетономешалки.
Так. А это черных. Да, это детономешалки. Значит, о чем? А что, вот это мы еще надо докдачить еще и вот эту. Так. Вот этому заводу еще и вот этот назначаем. Тоже. Так, и назначаем тогда. Вот это. Но оно есть. Да, у них есть. Вот. Он подхватился так. Вот этот подхватился. Так. Этот пока не подхватился. Так. Тоже должен подхватиться. Ну, нам самохвалы не нужен. Самохвалы есть вот здесь. Так. А эти потом подхватятся. Когда люди нужны будут. Все. Так. Здесь готово. Отлично. Вот эту черту построили. Так. Вот этот еще надо построить. Так. Что это такое? Так, ладно. Так, теперь... Давайте тогда вот этот участок строить, что ли. Так. Сюда можно? Нет, сюда не проедете пока. Так. Давайте тогда вот этот участок. Так, давайте вот этот отдаем. А, вот этот тогда участок можно начинать отстраивать. Так. Тоже включить. Техника простаивает. Что, здесь начали что-то делать? Нет? А почему не строят? Так, а вот начали подвозить сюда гравий. А, ледетон. Так. Так, все. Строительство пошло. Так. Так, вот тут 122 труда дня еще осталось. Еще 121, нормально, так. Так. А вот интересно, вот эта, вот эта штука, они дотянутся вот до этой, так, да, или вот до этой. Угу. Я думаю, что вряд ли. Угу. Так. Вот эту штуку нагнать кому-нибудь можно?
сожалению, никто не имеет. Так. Значит, придется, так сказать, где-то досмотреть, что-то там можно сделать. Так, давайте, наверное, здесь у них техника вообще есть какая-нибудь? Так. Здесь это, бульдозер есть? Да, есть. Так, отлично. Бульдозер можно купить. Давайте, наверное, так, где еще тут? А к этому интересно, тоже нету доступа. А к этому можно. Так, вот, давайте также отдадим. Вот пока так. Пускай тоже возят сюда. Ладно, хотя бы до сюда пока построим, а там придется за доллары покупать. Контору ставить. Так. Так, ну вот здесь нормально, так. Потому что без электричества мы не сможем ничего сделать. Так, давайте, наверное, так. Вот здесь давайте тогда что сделаем. Поставим еще одну контору, которая будет так. Так. Строительная контора бесплатная. Так, на 16. Так, и сюда также поставим бесплатную заправку. Бесплатную заправку. Так. И одну получается. Одну таможню. Вернее, как сказать, и техническую, пусть по вот это. Ну, деко. Декошка одна есть. Так. А что это там? Так. И одну, как сказать, ваших нарушениях.
бесплатно. Так, давайте смотреть. Цистерны есть. Так. Цистерна для наливных грузов. Так. Так, что? Сколько? Две. Ну, давайте вот этой хватит. Так. Давай, приезжай. Так, а сюда давайте закупим, что нам надо. Вот эта контора у нас будет. Так, давайте тоже отключим. Ах, такой их. Так. Здесь только будем чисто столовый указывать, что она делала, тянула нам электричество. Поэтому давайте смотреть. Здесь нам надо. Что берешь? Рабочие. Здесь. Пока здесь соберешь. Ну здесь там только что, сталь нужна будет, кирпичи там, не знаю, может быть и нужны будут, но не уверен. Потом их что перегоним, технику потом перегоним к нам. Нам главное еще построить. Так у нас было это. Так, теперь сюда и укажем технику доставлять. Так, ну, которую можно. Так, давайте смотреть, что мы сюда можем. Так, идея, значит, задание. Едешь. Нет. Где задание такое? Вот это вроде. Едешь на таможню. Здесь грузишься топливом. И вот сюда вливаешь топливо. Все, отправляешься. Так. А мы сюда закупаем тем отдельным технику. Так. Так, нам надо следующую технику. Так. Один автобус. Так, бортовой грузовик нету. Так. Бортовой грузовик. Так, есть. Так. Давайте сначала посмотрим. Что у нас может перевозить наш трактор? Так, экскаватор. Так, давайте смотреть. Экскаватор есть? Так. Бульдозер, вернее.
Так, сколько? Так, вот давайте купим такой, и что он это, что он, кто его может перевозить? Перевозить кто его, никто не может? Походу нет, но он должен сам тогда ехать. Хорошо, тогда мы ему... Давайте отгоняем тогда его вот сюда. Отправляешься. Так. А кто их, значит, пригоним? Так. В России... Что, в России... Да, в России нету... Так, давайте... Русской таможни, почему нету соединения? Когда-то. Так, хотя вроде как есть русское соединение. Так. А их мы, допустим, взять вот эти автобусы, один делал, и попробуем его назначить сюда. Че, сюда не доедешь, что ли? Интересно. Он, наверное, это... А вот, кстати, почему? Такого не доезжает? А, вот почему. Я понял, в чем прикол. Здесь... Как он доедет? Да, этот просто не соединил кусочек. Вот, а теперь он должен доехать. Так. Да. Теперь. Что ты там, доедешь, нет? Так. Где ты там? Давай, доезжай. А, вот он поедет, наверное, сейчас, да. Где-то заправится и поедет. Так, что еще? Где-то она не шалка. Нам нужна будет. Это что у нас? Это трактор? Так. И это... Он сейчас будет что-нибудь. Так. Так. Бетон, гравий, асфальт. И сюда, значит, докупаем еще. Грузовики. Так, что тут можно еще купить? Так. Где-то на мешалке есть. Портовой грузовик есть. Так. Портовой грузовик. Давайте. Ну вот этот вот. Один купим. Так. Бульдозер купили. Крытый грузовик. Давайте. Вот этот купим, так, и самосвал, давайте, ну вот эти три купим пока,
Так, а детономешалки? Детономешалки давайте купим за рубли. Так, детономешалки. Так, давайте, которые... Ну, вот такие. Так, чего там еще нету? Нет хамахвала, хамахвалы подъедут. Так, поехали дальше смотреть. И как только вы его построите, давайте подедоните. Построите все. Так. Смотрим, что у нас здесь. Конечно, первоначально это очень долго и нудно и скучно, может быть, показаться. Так. Почему сюда технику не подвезли? Так. Тут уже 16 трудодней осталось. Так, что тут? Сколько у нас тут еще техники осталось? Здесь нету, так, давайте ловить. Там, там у нас возит технику. Вот, и да, мы сейчас отправляем домой. Нечего тут гонять. Жечь топливо. Сейчас мы вот сюда еще закупим. Так, а сюда. Да. Это надо там покупать. Так. Но он надо недохальный. Три. И как только ты сюда подъедешь, так чё, чё тут, что он делает, почему тут, а чё, где техника у тебя, чё, тут же есть техника, чё мешает технику подъезти. Так, ну тут три трудодня осталось. Так. Вот это закончили, отлично. Так. Теперь. Ну этот участок, что везите? Сюда. Чё? Никто не хочет ничего. Так, чё тут у нас? Почему? Вот этот.
Так, где у нас еще? Давайте работайте, что? Так, а тебе такая новая задача. Едешь сюда. Есть. Техника. И прогружать ее вот здесь. Так, а где чёрных? Почему тут готык? Вот сюда подвезли технику. А сюда что мешало технику подвезти? Может, просто не захотели выезжать? Так. Так, и параллельно можно строить вот здесь еще участок, потому что здесь он проедет. Так, иначе мы остановку не сможем строить. Так. Да, нам же надо на остановку выезжать как-то. Так, а там что-нибудь строится, нет? Начали хотя бы что-то строить тут. Так, а почему его нету? Бетон, гравий, асфальт. Так, а почему ничего не строим? Чего не хватает? Нет бетонной мешалки? Так я ж купил. Бетонные мешалки где-то в пути едут. Вот автобус. Так, это автобус. Так, но бетонные мешалки где-то там по пути едут. По крайней мере, я их собирался покупать. Вот они едут. Так. Ладно. Я никогда, они подъедут, наверное, только. Где чего? Гради асфальта где-то, и чё? Самосвалы у нас где? Так, это что? Вот самосвалы, наверное. Так. А, ну да. Давайте тогда вот сюда купим. Вот в эту контору тогда давайте купим самосвалы. Так. Самосвалы. Так. Все. Сейчас подъедете, заправитесь. Так. Так, ну вот здесь начали строить. Так, отлично.
Так, а вы там как? Ну, вы еще где-то там. Где-то далеко еще идете. Да. А кто вы вот только приехал? Так. Так, а это что? Кто везет и что? А это самохвалы приехали. Да, вот вы лэп. Так. Так, у нас уже май. Май 10. Мы только начали. Вот построили только вот эту дорогу. Так. Ну вот эту дорогу еще. Дигнием мы не сможем построить дальше вот эту установку. Потому что, чтобы ее построить, нам надо дорогу сделать. Ну, так, чё, давайте смотреть, доехали не то. Ну, это не доехали вроде как. А, да еще. А чё это, теперь чего? Детона нету. И что? Что детона не щелкает? А почему нет детона? Здесь детона не щелки есть? Так. Что-то я... А вот детона не щелки приехали. Так. Да, вот они только подъехали. Ладно. Сейчас думаю. Так. Здесь что-то у нас ничего не строится. Так. А вот здесь начали строить, это лично. Так. 27 трудодней, это лично. Так, 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 дальше пошли. Так, ладно. Двадцать трудодней. В общем, начало, как говорит, ходить идет положено. Ну, то есть... Так.
по гранитным дорожкам, они уже быстрее будут гонять. Так. Можно, в принципе, так, что нам надо делать? Так, ну вот это. Нам надо торговый центр вот здесь находится, так? Да. Поэтому к торговому центру придется пока дорогу прокладывать потом. А без торгового центра функционировать ничего не будет. Так. Так, ладно, вернемся к нашей натовской границе, там, вернее, что тут? Детона нету, по-прежнему. Что? А вот они поехали за детоном. Так. Так. А здесь что? Здесь вот этот участок уже почти достроили. Так, ну вот. 4 труда дня. Так, и что? А, вот здесь начали все-таки строить. Это хорошо. Но будем строить так по два захода, так сказать. НАТО будет нам строить навстречу, а мы навстречу ему. Так что такие дела. Так. Ну, я думаю, что начало положено, скорее всего. Я построил часть, я построил за, так сказать, за кадром, ну, когда уже можно будет что-то видеть уже. Ну, не знаю, так, потому что иначе так серия будет очень длинная. Так, вот этот чертик тоже. Почти построили. Так, и давайте. Вот этот участок также отдадим. Да. Вот, и здесь уже тоже начались кое-какие работы. Так. Ну, давайте обратимся к границе НАТО. Там что? Детон. Надо еще детон. Так, ну они почему-то. А вот подъезжают. Так, сколько тут детона надо? 4,3 тонны детона. Ну, блин, ты. Так, а сейчас должна техника подъехать, что-то должно.
Детон подвигли, давайте посмотрим, что тут дальше будет происходить. Так. Это кто у нас? А, вот он поехал за рабочими. Ладно. Поехал за рабочими. Так. Так, так, так. Ну и что еще надо делать? Наверное, надо все-таки. Ну нет, сначала надо здесь все-таки достроить это все дело. Так, сюда мы отдали. Отлично. Сюда уже что-то придвигали. Так. Вот, отлично, они уже вот так ездят. А, по этой дороге. Догадались, так где-то. Так. Здесь 2 труда дня. И вот эту часть уже сейчас скоро достроят. Вот, отлично. Осталось сюда еще подвести сталь, электродетали. Все, кто-то поехал за электродеталями? Да, сейчас должны поехать. Вот. Пока что. Вот сталь полегли. Так, что у нас здесь творится? Ну, здесь, скорее всего, а нет, вот техника есть или нету. Так. Так. Ну сюда, наверное, людей будут водить, я не знаю. Так. Так, ну и давайте до сдачи, наверное, возить, раз нельзя. Тут, скорее всего, вручную надо будет возить. Тут 18 трудодней и маленький кусочек. Скорее всего, это не починили, придется и сюда, наверное, тоже. Так. Да, и вот сюда назначим тоже этих людей. А то этот кусочек только повиснет. Надолго причем. Так. А здесь что? Ну и сюда тоже. Вот эти маленькие кусочки, блин, это вообще. Их не хотят чисто чинить, чтобы можно было
Так, давайте смотреть там. Нет работников, но вот сейчас он должен подвезти. Так, что, доехали, нет? Ну вот, так, подвезли. Как всем тогда дней. Ладно. А что делать? Придется. Так. Здесь хорошо техника работает. Так. Вот это. Электродетали нужны. А вот. Электродетали подвезли. Ну и все, и сюда тоже назначаем вот эту вот контору, которая... Давайте тогда сюда еще докупим пару автобусов. Потому что работать придется немало. Так. Все. Куда вы? Вот сюда везете? Сколько вы человек везете? Ну да. Наверное, все 15 человек. И они сейчас махом все это сделают. Так. Ага. Так. А. Отлично, вот. Люди начали тут работать, ну, иностранная рабсила. Так, и давайте, уведомите, когда вы сделаете. Так. Все, хоть сюда должны подвезти людей. Так. А нам куда надо теперь? Иду пока. Вот это делаю, это чёрт так. Так, вот, отлично, вот этот участок сделали. Так, теперь сейчас вы куда подвезете людей? Так, смотрим, что у нас на американской стороне. Ну, на альянсе что-то у нас творится. Ну, здесь еще 34 труда дня. Так. Давайте, наверное. Давайте тоже какую-то им получается технику.
Это они воют, не знаю сколько. У них нету экскаватора или бульдозера есть, только почему-то он не работает. Там, скорее всего, надо как экскаватор. Так. Ты уже что, приехал? Вот ты приехал, а ты где едешь? Так. Ты у нас кто? Давай вот. Давай все. А, до свидания. Сейчас поедешь. Так сказать, в альянс полезешь. Котим хотя бы один. Один этот, да, бульдозер, парочку таких, ну один купить ему. Так, и твоя задача ехать вот сюда. Едешь на эту лыжню. Здесь. Грузишься техникой и отгрузишь ее аж. Аж вот куда. Отвози ее. Все. Отправляйся. А то они там не знаю, сколько будут строить из такой техники. У них нет такой техники, поэтому нам приходится сюда перегрузку делать техники. Так. Здесь все. Так. Вот здесь. Давайте вот здесь. Вот сюда. Что-то туда. Во. Сейчас вот эту штуку будут строить, это лично. Первый объект. Приступили к строительству первого объекта. Так, это лично 47. Ну, круто. Так. Тихо, никакая тут не повторяет. Много давать им тоже нет смысла. Объектов они все равно распыляются, так сказать, и не видят. Ну вот сюда уже подъезжают куда-то. Так, куда? Сюда или вот сюда? Так. Так, ну что там у нас? Ну я все-таки да, думаю, наверное, за кадром поиграю, построю тут хотя бы, чтобы было более-менее интересно. Это так долго, пока они там будут ездить, все это будет строиться, а потом уже в следующей серии уже покажу, что у нас поменяется. Как минимум до первой зимы мы еще не успеем. У нас только 29 мая уже, вернее, а построено он только вот начали строить
потом будем строить вот этот вот лэп, который идет. Соединяет. Так. Да, 2008 трудодней. Ну хотя бы до остановки доберемся. Я бы не знаю. Так. Здесь 2 трудодня осталось. Ну, 2 трудодня всего лишь. Отлично. Первую часть уже построили. Ура! Первый объект появился. Так, давайте теперь отдавать под строительство вот эту лепку. А вот ее уже можно типа строить. Да. Ну, может, ее уже начнут все строить. Грали уже привезли. Там только детон еще привезти. И откуда она идет? Она, наверное, вся идет. Или идет? Ну да. Так. Здесь что? О, ну здесь вот осталось 4 трудодня. А здесь 24. Ну что ж, давайте. Так. Все. Этот товарищ, он только полег. Так. Где-то еще построили. Давайте посмотрим. Отлично. Еще один кусочек дали. Дороги. Отлично. Что ж, так. Дела идут, товарищи. Так. Потихоньку, потихоньку. Так. Как говорит, что Москва не сразу строилась, так и тут. Так, давайте. Здесь у нас. Что? Еще 9 трудодней. Ну, отлично. Так, здесь 5. И можно, в принципе. Что? Можно будет приступать к строительству городской инфраструктуры. Так, вот здесь уже построили, так. Да. Так, теперь давайте. Ну что, давайте тогда вот этот объект отдавать. Так. Где что нам надо? А что я, кстати? Так, ну давайте. Что тут надо? Давайте назначать. Чтобы вот это уже начали строить, чтобы
давно нужно было, как сказать, рабочих туда потом подвезти, чтобы они могли здесь уже раздвигаться, собираться, допустим. Здесь 18 тонн асфальта. Но пока средний ставим, у нас все-таки лэп пока в приоритете. Так, что не строится-то? Что-нибудь вообще ездит? Бетон где? Бетон не хочет никуда ездить. Так. Так. А вот эту часть тоже начали строить, нет, пока еще. Ну вот эту часть тоже надо удомлять. Так. Ты куда пойдешь? Вот этот бетон. Ах так, танцы. А почему на лэп не хотите вести? Так. Так, ладно, что у нас там? Здесь Сталин идет. Так, этот где-то едет. Не знаю где. Он еще тащится. Так. А здесь у нас что, уже начали? О, уже? Уже подвозят, что? Так. Земляные работы только начинаются. Сейчас. Ну да, они вот так сейчас выйдут. И поедут по быстрой дороге потом. Ну ладно. Ну, хоть так. Один вот сейчас. Да. Поэтому пока тут строить ничего не будем, пока. Так. Так, ладно. Ну вот, как видим, уже. Сюда зенитка техники поехала. Так.
И уже началось даже строительство. Отлично. Так, что у нас? Ты где ты там едешь? Ты уже доехал? Так, давайте, наверное, сейчас он доедет. И будем, наверное, сохраняться уже. Вот он уже сейчас доедет скоро. Подъедет сюда. Технику. Пускай нам тоже помогает, потому что... Так, вот он едет. Отец, как это все долго. Вот это реалистичный режим. Вот. Так. Пока эти дороги все делаются, это будет еще не один год пройдет. Так. Сейчас приоритет у нас пока делать электричество и построить хотя бы несколько домов, ну, сначала гражданские объекты, а потом хотя бы один дом, чтобы можно было это еще своими силами строить объекты, а не пользоваться наемной силой, рабсилой, так сказать. Чем там? Что, подъех? Нет? Так, а теперь ты куда отправляешься? Домой. Твой гараж. Твое депо, так сказать. Так, в депо. Все. Там закладишься, все, ты отъехал, молодец. Так, что у нас здесь? Здесь у нас уже, как видим, работа кипит. Так. Так. Отлично. Здесь. Что? Мы сюда еще почему-то не залезли. Так. Питона нету. Ну да, они пока сюда, наверное, бетон не залезут здесь. Здесь еще 19 тонн бетона. Так. Ну, а тут у нас как? Процесс пошел, нет? Ну, вот это, людей сейчас привезут вроде. Ну да, 51 трудодень. Угу. Да, ну уже, так, ну чё, я думаю, да, так.
видео затянулось, так, я думаю, наверное, надо заканчивать. Итак, смотрите, у нас уже на сегодняшний день, у нас 14 июня 1917 года. Сегодня несколько мы построили часть дорог. Будем выложили в градиум. Также достроили наконец-то вот эту, так сказать, распределительную подстанцию высокого напряжения. И начали строительство на стороне НАТО. Так. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите колокольчики, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новую серию. И увидимся в новых сериях. До новых встреч!